На Кореневском карьере прошли ежегодные соревнования среди школьников по лыжным гонкам памяти заслуженного мастера спорта СССР Алексея Прокуророва. Массовый забег проводили в рамках празднования 400-летия Люберец. Подробнее в нашем сюжете. Люберецкая лыжня объединила школьников со всего округа. Регистрация, разминка и наставление учителей физкультуры. Перед стартом – напутствие главы округа. Аккуратнее сегодня также, чтобы не получать травм. Ну и, конечно же, добиваться результатов, так как сдача ГТО вам потом пригодится при поступлении уже в высшие учебные заведения. Поэтому старайтесь, получайте значки, медали и будьте всегда на позитиве. Поехал, поехал! В массовом старте приняли участие дети от 11 до 18 лет. Спортсменов разделили на 6 возрастных групп. Младшим предстояло преодолеть дистанцию 1 километр, старшим 5. Побить рекорды свои и установить хороший результат. Спорт – это жизнь. Интересно. Организация всегда хорошая, вкусная еда. Поддержать участников лыжной гонки приехала бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева. В начале 2000-х спортсменка тренировалась у Алексея Прокуророва. Был великим спортсменом, как Алексей, да, и хорошим человеком, очень добродушным, веселым, компанейским. Мне довелось еще с ним в команде быть, когда он уже заканчивал спорт. А потом уже, когда он закончил карьеру, он работал в сборной команде по лыжам женским тренером. Вот. И как раз-таки мы несколько лет тоже пересеклись вместе уже как спортсмен-тренер. Лыжную гонку памяти Прокуророва проводят 32-й раз. В этом году в ней приняли участие более 400 школьников. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.